Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным витаминным салатом «Уплетайка». А принес мне этот рецепт мой брат Валерий от своей любимой тещи Людмилы Сергеевны. Точный рецепт, как всегда, под видео. Капусту надо нарезать тонкой соломкой. Можно обычным ножом, а легче и быстрее – ножом для чистки овощей. А чтобы было еще быстрее, можно нарезать капусту сразу в кастрюлю. Сладкий перец я, конечно, помыла и почищу, и нарежу его тоже тонкой соломкой. Морковку тоже моем, чистим и соломкой в салат. И огурчики, конечно, тоже соломкой, чтобы салат получился не только вкусный, но и красивый. А помидоры нарезаю полукольцами и не очень тонко, чтобы чувствовать их вкус в салате. Лук нарезаю тонкими полукольцами и отправляю в салат. Чеснок пропускаю через пресс. Если вы не любите чеснок, его можно вообще не добавлять или добавить в меньшем количестве. Теперь в салат добавляю соль, сахар, растительное масло и яблочный уксус. Также подходит и винный уксус. Теперь салат хорошо перемешиваю и оставлю его на 1 час мариноваться. В течение часа салат можно перемешать 1-2 раза. Банки помыла и ставлю в духовку стерилизоваться на 10 минут при температуре 150 градусов. Салат мариновался час, и теперь я ставлю его на плиту варить. С момента закипания салата варю его на среднем огне 5-7 минут, не больше. Салат готов, он получился не только красивый, но и безумно ароматный. Чистые крышки заливаю кипятком буквально на пару минут. Аккуратно перемешиваю горячий салат и перекладываю в баночки. Салат в баночке кладу до самого верха и заливаю соком. И закрываю горячими крышками. Делаю по две баночки, чтобы салат не остывал, и закрыть его еще горячим. Из общего количества овощей получается 8 баночек по 750 мл. Банки переворачиваю на крышке и накрываю пледом и оставлю их примерно на сутки до полного остывания. Друзья, всего 2 часа полезный и очень вкусный салат порадует вас и ваших гостей за зимним ужином. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал. Прошу к столу и приятного вам аппетита!